Уважаемые коллеги, также хочу обратить ваше внимание, что этим законопроектом в исполнении федерального закона к задачам деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, которые являются, по сути, общественными коллегиями, люди в них работают на общественных началах, кроме ответственного секретаря, к их задачам отнесена новая задача – выявление и пресечение случаев склонения несовершеннолетних к суицидальным действиям. То есть работа, требующая колоссальных усилий, ежедневной, иногда круглосуточной работы. Федеральный закон обязывает нас внести эти изменения в областной закон. Никакими материальными ресурсами для выполнения этой задачи ни одна комиссия по делам несовершеннолетних в Псковской области, ни областная, ни городские, ни районные, не обладают. Это сложнейшая задача, реализация которой силами, ресурсами комиссии в их сегодняшнем виде не может быть реализована. То есть мы принимаем закон области, реализация которого физически невозможна.